Друзья, всем привет! Сегодня у меня первый выезд с новой фрезой, на которую я установил опорный каток для того, чтобы фреза держала точно заданную глубину. Это не грудобой, который практически после фрезы и не нужен. Итак, давайте приступим, и в конце видео я вам еще расскажу о небольшой доработке этой фрезы. Всем приятного просмотра! Thank you.
Итак, друзья, фрезеровка огорода закончена, значит, фрезой я полностью доволен, доволен тем, как ее переделал. Я прошелся по всему огороду, там, где были плавные подъемы, плавные опускания, и глубина везде стоит 19-20 сантиметров. В катке также присутствует еще запас, и его еще можно поднять на 5 сантиметров и заглубить, соответственно, фрезу еще ниже. Но, мне кажется, 19-20 для огорода этого достаточно. Так, ну и по доработке. Что не понравилось? Не понравилось, друзья, мне, как бы сказать, такой сапун. Сапун редуктора. Здесь стоит болт вот такого типа. Здесь отверстие. Так, сверху это я уже просверлил. Отверстие снизу и отверстие сбоку. Для того, чтобы когда масло нагревается, сюда и выходили газы. Ну, получается, выходят не только газы, а выходит и масло. Редуктор весь в масле, хотя и масло я налил третью часть редуктора. Поэтому, друзья, небольшая доработочка. Здесь я заварю сейчас боковое отверстие. А в верхнее отверстие варю. Я уже подобрал такую трубку с резьбой. Вот. И на эту трубку будет накручиваться алюминиевая трубочка. Поднял ее повыше. Трубочку взял со старого газового камина. Вот. Вот таким способом. Итак, смотрим, друзья. Получилась вот такая конструкция. Торчит трубка. Ну, со стороны она смотрится как антенна, вроде как фреза радиоуправляемая. Сейчас еду до соседа. Итак, друзья, после соседа 20 соток ему тоже заделал. Прекрасно показала данная конструкция, данный сапун. Все, масло больше не капает. Всем спасибо за просмотр. С вами был Юрий Воробьев. Всем пока. До новых встреч.